Друзья мои, всем привет! Сегодня будем разбирать песню, которая называется «Останусь» из репертуара группы «Город 312». Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Ну, это уже довольно старенькая песня. Я тут просто недавно ее услышал по радио, и что-то она как-то так запала в душу, и захотелось ее сыграть на гитаре. Попробовал, и вроде неплохо получилось. Ну, конечно, у меня вышло немного по-своему. Как, впрочем, и все песни, за которые я берусь, у меня выходят по-своему. Но тут уж ничего не поделаешь. Что умею, то и показываю. Как говорится, выше головы не прыгнешь. Для удобства я перенес эту песню в тональность ля минор, и аккорды все получились без баре. Единственное, как всегда, достаточно трудно объяснять бой. Ну, я его играю в этой песне следующим образом. То есть я как бы бью вниз как бы слабо, может даже большим пальцем. Потом бью вниз опять же сильно, указательным уже скажем. Потом два раза вверх. И снова слабо вниз и сильно вниз. Вот, попробуйте такой бой. Если же нет, то можно приспособиться как-то играть каким-то другим своим боем. Но сейчас я перейду непосредственно к исполнению этой песни. «Останусь, город 312». В конце тоннеля яркий свет слепой звезды, подошва на сухой листве оставит следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, и я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, и я для тебя останусь светом. Яркий свет, и я иду. Иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, и я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь светом. Thank you.
вас устраивает такой вариант исполнения, то разбирайтесь, подбирайте и играйте. А я буду рад, если этот разбор окажется кому-то полезным. Ну и как всегда, не забываем ставить лайки, комментировать. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. А я буду заканчивать. Я желаю вам всего самого-самого хорошего. И до новых встреч. Всем пока.